четверг в Самарской области пасмурно, пройдет дождь, местами сильный, днем 10-13 тепла, ночью 7-9 выше 0, ветер усилится, южный 6-8, порывы до 20 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. В дневное время плюс 11, ночью плюс 7, южный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, продолжительный дождь. Днем плюс 10, ночью 8, выше 0, южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь. Днем плюс 10, ночью плюс 7 градусов. Южный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Внимание, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.